Ну, здрасте, здрасте. Давно не виделись, а точнее, давно не слышались. Так-с, так-с, снова Робокрафт, снова с вами по-прежнему Щербет. Рад я вас приветствовать. Так-с, что же произошло? Последнее обновление. Давайте, пожалуй, сразу же их огласим. Антихак, значит, что это из себя представляет? Изменения коснулись мест хранения некоторых внутренних значений. Также были изменены коды отправки от сообщений в чат. Это было сделано для того, чтобы нельзя было подменить ник. Так, там у нас уже злодей на подходе. Опачки, займемся этим. Так, что еще? Еще у нас фиксы были подменены. Так, сейчас. Оп, забрал его красавчик. Кто следующий? Так, фиксы, что насчет этого? Подфикшен баг с рельсами, когда одну отстреливали, и остальные не могли отстрелять. Теперь все в норме. Так, что еще? Куда ехать? Не вижу из-за этой всплывающей фигни справа. Там нападение. Пожалуй, вернемся. Так, что еще? Подфикшен баг радара, который крашил клиент игры. Да, это значительная проблема была, но. Опа. Он слева. Верно. Заберем его, он с рельсами. Окей, попробуем с ним побороться. Ну, иди сюда, иди сюда. Опа. О, быстрый, быстрый, есть. Фраг. Следующий. У них осталось не так много. По-моему, победа наша будет. Он на базу пришел. Вот какой зараза. А, кстати, слева появилась кнопочка Q. Что это значит? Так, ну, народ, я как обычно зашел на официальный сайт, посмотрел новости последних обновлений, прочитал чуть-чуть, все, что запомнил, рассказал. А вот про эту Q, которая слева, что это значит? 5 секунд она дает чего-то. Блин, народ, давайте возвращаемся на базу. Вы посмотрите. Так, что еще было изменено? Попробую вспомнить. По-моему, подфикшен баг смена радара, я уже рассказал, да? Фикс. Также кривоты стволов. Это тот самый, что всплывал на скринах тир 10-9. Как-то так, по словам разработчиков. Опа, попробуем отстреляться по этому. А, промазал. Не-не-не. Тихо. Куда ты убежал? Эй! Ну ладно, гуляй. Попробуем мы базу захватить. Блин, нет, все-таки нужно вернуться к нам на базу. У них, по-моему, все три стоят, блин. Надо аккуратнее относиться к этому, потому что они сейчас хопы захватят. Ну, также, по-моему, были изменены улучшения. Ай, вон они. Они сейчас по мне начнут отстреливаться. Че, я один, что ли, буду спасать базу? Так, один из них ушел. Один там стоит, 10 меня хочет убить. Ай-яй-яй, попробую я с тобой справиться. Нет, все-таки мы одержали поражение. Это очень плохо. Ладно, что еще? Чего еще коснулись изменения? Давайте посмотрим, сколько мы получили вообще. 60. Это с X2. А ремонт 2,5. Ну, очень даже неплохо. Так, что насчет других изменений? Улучшение. Робокрафт в оконном режиме теперь можно накрывать другими окошками. Это очень удобно. Ну, хотя, смотря для чего, если вы одновременно играете в Робокрафт и одновременно выполнять какие-то другие в компьютере. Так, новый вид старого индикатора спота. Выделение цели. А, да, вот походу это и есть кнопочка Q, которая слева видна на экране. Так, станет проще выделять мелких роботов. Ну, это да. Станет проще выделять роботов, которые заныкались за преградой. Тоже плюс. Плюс, так. Сейчас посмотрим пока на обстановку, потом поедем. А, вот еще, кстати. Только что видел какую-то фигню красную под этой Q, которая вот здесь вот была. Я не знаю, пока что я, ребят, не разбираюсь. Я вообще за обновлениями Робокрафта в последнее время не слежу, потому что, если честно, вообще нет времени залазить в компьютер. Ну, 9 класс, все такое. Так что вот, если вам не сложно, то напишите, я буду очень рад узнать, что это такое. Так, что еще?
ваши комрады, то есть игроки ваши, друзья по взводу, теперь на карте подсвечены зелененьким зеленью, короче, как они написали, это, ну, зелененьким, наверное, кружочком. Это, кстати, очень удобно. Теперь вы навряд ли потеряетесь со своим взводником. Да, это, безусловно, плюс. Что еще? Новая карта Марс 2 теперь будет видны отчетливее. Будет видна отчетливее. Или нет? Видимо, возникли проблемы с этим пунктом, поэтому обновление границ карты сейчас нас порадует в следующем патче. Ну что же, в следующих обновлениях что-то будет. Будем ждать, значит. Такс. Ну а пока что будем отстреливаться здесь и будем следить за обстановкой дальше. Что тут происходит вообще? Куда полез? Тебя же там разберут, ты куда? Поехать помогать ему, нет? Да ему по-любому сейчас разберут. Вот куда полез? Шестой тир, что с него взять? Вот меня только что не убили. Не бывают такие моменты. Фига, хедшот. Ой, блин, хедшот говорю. Ваншот. О, ты тоже, видимо, камикадзе, да? Ну, попробуем с тобой разобраться. Хотя он улетел уже за предел. Ну, как за предел? Вот, к краю карты. Я там не был никогда, поэтому я не знаю, можно ли вылететь за пределы карты. Хотя вон он летает за пределами, видимо. Опа. Чувак, ну ты красавчик. Тебя сейчас не будет просто-напросто. Давай, вылетай обратно. А, вон, Q нажал, он выделился на карте, да. Типа помечается, что ли, как-то. Ладно, окей, будем знать. Но, по-моему, каких-то больших характерных особенностей это в себе не несет. Просто типа пометка, да? Или хотя могут давать за это дополнительные очки, дополнительные кредиты, я не помню, но, по-моему, как эта фигня появилась, я помню, где-то я прочитал, что за это дают дополнительные кредиты, если ты первым пометил этого врага. Так, слева, что ли, справа? А, вон. Так, значит, там я еще справа видел, по-моему, ехал. Вон там он. Попробуем проверить. И посмотреть, что у нас там. А, точно, вон он. 94%, 92%. Ну, он мелкий какой-то был, по-моему, обглодыш. Или крафт такой. Ну, ладно, съездим, посмотрим. Их 4 штучки осталось. И, ну, у нас тоже четверо. Четверо на четверо играем. О, это интересно будет. Такс. Ай, вон ты как. Не-не-не-не-не. Вы давайте сами лезьте, а я, пожалуй. Мне помогать кто-нибудь собирается? Вон там, по-моему, кто-то прошел на нашу базу. Вон там он только что был. Злодей слева. Вижу. Жопу рыжу. Аккуратненько. По-моему, он меня сейчас убьет. Не буду лезть. О, друзей привел, да? Да что ж ты какой. Ну так неинтересно, давай один на один. Ай. Все, короче, он мне уже почти все пушки отгрыз. Хотя. А, пришел все-таки мой дружбанчик. Да? Давай тогда атаковать. Вот этого сначала съедим. Или этим откусим пока что. Этим. Ай, давай, почти убили. Давай, хотя бы одного фрага возьмем. Ну что ты какой косой, блин. Еще чуть-чуть, 4%, вы чё? Что, то есть? Эть, все-таки мне нужен фраг по-любому. Он сейчас хоп и выйдет из боя. Есть, 1%, ну все. Такс, ну все-таки, по-моему, победа наша. Там обглодыш остался, это полтинник еще процентов. Ну, по-любому мы выиграли. Друзья, вот такой вот бой. Так ты еще с ним не разобрал. Где он? Ой, хитрец какой. Нифига себе. Так, по-моему... Блин. Какая наша база красная? Наверное, красная. Возвращайтесь, парни. Хотя этот еще захватит сейчас. Ой, блин, наша синяя, что ли? Блин, что-то я вообще запутался, потому что в Робокрафт нужно больше играть. Поэтому вот такие дела. Ай, быстрей. Ну, очень медленно. Несмотря на то, что у меня поставлены последние колеса. Хотя, вроде нормальная скорость. Он улетел, да? Уже.
Ай-яй-яй. О, красавчик парень убил. Все-таки его Сева 2. Молодец. Ну, что же, наверное, на этом все, друзья. Вот такой вот Робокрафт. Все вроде по-прежнему, я не знаю. Я ожидаю какого-нибудь глобального в натуре хорошего обновления. Вот жду прям, жду, не дождусь. И с новыми силами возьмусь играть. Нет, ну, конечно же, видео будут периодически выходить, в том числе по Робокрафту и всякий другой бред, который мне встретится. А поэтому, наверное, я с вами прощаюсь, дорогие друзья. С вами был, как обычно, Щербет. Вкусный и сладкий, тоже полезный, наверное. Все, пока-пока. До новых встреч.